22 июня в России объявлен Днем памяти и скорби. Это одна из самых печальных дат в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Эта дата внезапно вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, миллионами убитых на фронтах. На мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби в Славянском районе, побывала и наша съемочная группа. С подробностями Надежда Неткачева и Георгий Калинин. 22 июня 41 года на нашу Россию вероломно напала фашистская Германия. Хотя до этого у нас был с ними мирный договор о ненападении. И мы верили этому договору. Верили этому договору, и мы этого не ожидали. Но прежде всего, прежде чем напасть на Россию, фашистская Германия пошла другим путем. Она покорила Запад и Европу. Она восстановила военное положение в фабриках и заводах. Она выпускала боевую и новейшую технику. Она вооружалась и готовилась к нападению. И это совершилось 22 июня. Без объявления войны, нарушив свой договор, напала на Россию. Воспоминания о войне, грустные, печальные, страшные, звучали в этот день из уст очевидцев событий тех лет. Их с каждым годом остается все меньше и меньше. Но из поколения в поколение передается благодарность и восторженное отношение к тем, кто ценой своей жизни освободил родную землю. 22 июня в станице Петровской на мемориале погибшим воинам прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Вот сегодня мы присутствуем на мероприятии, где открываем отреставрированный памятник. Я хочу и верю в то, что вы будете хранить память, ту правду о великой победе нашего народа в той страшной войне. Одно из памятных мест в станице Петровской – памятник погибшим воинам. На его мемориальных плитах высечены фамилии 128 захороненных здесь советских солдат, которые погибли в ожесточенных боях, освобождая станицу. Памятник был установлен в 1958 году. В 1973 выполнена его реконструкция. Но годы идут, и время порой неумолимо к дорогим нашему сердцу предметам. Социальные партнеры администрации Петровского сельского поселения, земляки, неравнодушные к нашей истории, люди, генеральный директор акционерного открытого общества Петра Рис Николай Кияшко и депутат районного совета Александр Кияшко оказали помощь в реконструкции памятника. Сегодня он предстал перед нами величественным памятником, солдатом Победы, возвышающимся над вечным огнем. На долгие годы он станет местом, куда можно прийти, почтить память, возложить цветы, постоять и просто помолчать. В нашем районе 49 обелисков, памятников, захоронений. Все они – наша история и память о погибших воинах при освобождении станицы хуторов Славянского района, расстрелянных или замученных жителей. Для совершения подвига солдату нужно оружие, одежда, еда. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг военных времен требовал огромной работы, полной отдачи и сил от каждого. Женщины, старики, дети работали в станицах и хуторах, собрав всю свою волю для того, чтобы помогать фронту. Сегодня в Черноярковской проживает 53 труженика тыла. В день памяти и скорби здесь был открыт памятник труженикам тыла. В прошлом году, когда мы с главой администрации Славянского района Романовым Синеловским проводили сход граждан на хуторе Верхнем, от жителей поступило предложение об увековечении трудового подвига. И уже сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть этот памятник. Мы считаем, что сегодняшнее поколение должно знать и помнить свою историю. Именно молодежи продолжать дела дедов, отцов и строить будущее. Средства на установку памятника собирали всей станицей. Помогали предприниматели, руководители предприятий. Огромную благодарность глава поселения выразил руководителю строительной фирмы «Мрамор» Александру Дейнега, который, вкладывая душу и сердце, в короткие сроки выполнил строительство памятника на радость сельчанам. Жительница хутора Верхнего Зоя Макаренко стала инициатором идеи строительства народного памятника. Сейчас очень здорово, что сегодня наконец-то восторжествовала слава наших мам, бабушек, дедов, братьев. И теперь у нас есть место, куда можно прийти,
положить цветы в знак благодарности. Еще раз примите слова благодарности от всех жителей нашего поселения. Монумент выполнен из красного и черного гранита. На нем увековечена память жителям станицы Черноярковской и хуторов Верхний, Черный Ерек, Прорвинский, которые в годы войны растили хлеб в полях и ловили для фронта рыбу в лиманах. В самом центре на памятнике медаль, которой награждались труженики тыла. Говоря о героических делах народа в годы войны, вспоминаешь о трудовых подвигах женщин, стариков, детей. Преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории войны. Наталья Грузда поделилась историей из рассказов своей бабушки, труженицы тыла, которая в годы войны жила в станице Черноярковской. Вот бабушка у меня, она осталась вдовой, муж ее погиб на фронте. Она с пятерми, даже шестеро, еще приемная девочка была, с шестерми детьми осталась одна. И с утра до ночи, с раннего утра до поздней ночи дети не без приглядов. А она работала в поле. Потом, ну, по ночам шила, чтобы заработать какую-то пищу для детей. Война – это боль и горе. И эта боль живет с нами долгие годы, уже и в 21 веке. Стоило только посмотреть, сколько неравнодушных юношей и девушек пришли в этот день на митинг. Достаточно было услышать, как они читали стихи. Разрывы бомб, сирот голодных рты, промерзлая картошка, как награда. Солдаты ранены, вата и бинты, и непосильный труд, и слово «надо». С сегодняшнего дня жители станицы могут гордиться еще одним уникальным памятным местом на своей малой земле, приводить сюда детей, внуков и рассказывать героическую историю своих предков, воинов-освободителей и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».